Вот и моя посылка. Получила я ее очень быстро. Очень хорошо упакована. Собрали практически за день. На следующий день я могла ее уже забрать в ближайшем отделении Новой почты. Посмотрим, что у нас в середине. Так. Много слоев скотча. Смотрим. Вот. Накладная. Согласно накладной касторовое масло 1 литр. Вот оно передо мной. Дальше. Так, дальше. Масло зародыша пшеницы 1 литр. Очень интересно. Вот. Упаковано хорошо. Ни одна перестелена картонками. Вот, что это за масло? Зародыши пшеницы. Тоже 1 литр. Так. Масло абрикосовой косточки. 1 литр. Есть тоже. Глицерин. 1 литр. Или 1 килограмм. Вот перед нами. Дальше. Значит, каустическая сода. 1 килограмм. Вот перед нами бочонок. Каустическая сода, едкое вещество, хорошо упаковано, не только в кулечек, но еще сама крышечка скотчем перетянута. Мыло Опт, каустическая сода, 1 килограмм. Хорошо, термин придатности до 2021 года, очень хорошо. И все остальное соответствует... абрикосовые косточки не мэчено, глицерин не мэчено, Индия, касторовое масло, Германия, зародыши пшеницы, тоже все свеженькое, 21 год везде. Так, что это у нас? Ланолин сухой, 50 грамм. И распакуем, посмотрим. Одной рукой очень сложно. Будем раздирать. Ланолин, ланолин, ланолин. Да. Ланолин сухой. Две штучки у меня соответствует. Две штучки. Все. Пустая коробочка. Сколько много картонок. Все дошло. Сохраненным, хорошо упакованным. Сотрудники мыла Опт были очень вежливыми, внимательными. Перезванивали несколько раз, уточняли информацию. Мне очень понравилось. Так как и то, что мне нужно пришло, я не ожидала за неполных 2 дня. И спасибо вам большое за ваш труд. Будем сотрудничать с вами дальше. До свидания.